Любите соусы? Предлагаю приготовить горчичный соус для салата в домашних условиях, именно он великолепно подойдет для ваших кулинарных шедевров. Неплохое сочетание горчичного соуса с салатом и мясом, его пикантный вкус дополнит аромат приготовленных вами блюд. Рекомендую всем горчичный соус для салата в домашних условиях по традиционному рецепту. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Готовится такой соус очень легко, буквально за считанные минуты. Мои домашние очень любят, когда я салаты заправляю именно этим соусом. 2. Натрите чеснок на мелкой терке. Можно также пропустить его через чесночницу, так вы получите еще и немного сока, что сделает вкус соуса еще более пикантным. 3. Отдельно в пиалке соедините все нужные ингредиенты и тщательно их перемешайте. Многие пользуются для этого блендером, но это целесообразно, когда вы готовите много соуса для больших групп, праздники, торжества, юбилей и так далее. 4. Вот и все. Горчичный соус для салата в домашних условиях готов. Приятного вам аппетита! Соус можно использовать не только для салатов, но и для мясных блюд. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписавшимся больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Майонез 5 столовые ложек, йогурт 5 столовые ложек, горчица 2 столовые ложки, жидкий мед 2 столовые ложки, чеснок 2 зубчика. Количество порций 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Еще увидимся!